Здравия, мои дорогие зрители и читатели! Поэтический сборник «Мир мистики и эзотерики». Зернышко света — это душа. Зернышко света — это душа. В теле усталом скитаясь, ищет она отклик и не спеша учит тебя, улыбаясь. Видит она и беспечность, и боль, знает твои прегрешения, тайных капризов, сумбурную роль, страсти твои, утешения. Как ей расти, чтобы в теле твоем вдруг в божество превратиться? Боль увеличит сердце объем, сможешь домой возвратиться, тьма просветлеет, и ты полетишь ангелом легким и белым, вальсом мелодий над трубами крыш, ветром свободным и смелым. Благодарю вас за внимание к моему творчеству, поэтический сборник «Мир мистики и эзотерики». Зернышко света — это душа.